Всем привет! Вот интересное наблюдение я сделал. А именно то, что во время ритуалов, которые проводит Владимир Путин и Шойгу, кто-то постоянно умирает. Кто-то близких из Шойгу и Путина или Путина. Вот на прошлом ритуале, когда проводился прошлый ритуал, когда Путин и Шойгу приносили в жертву, я уже забыл, какого-то животного, умерла сестра Шойгу. Вот в 2021 году, когда Путин проводил ритуал вместе с Шойгу, умер, погиб или как там оно было, Зиничев, близкий охранник и друг Владимира Путина. Не находите ли вы связи между этими черными ритуалами, ритуалами, чтобы удержаться у власти, продлить себе жизнь, и смертями вот этих людей, которые становятся жертвами вот этой магии? Напишите в комментариях ваше мнение.